Всем привет! С вами снова я. Сегодня мы с вами проведем очередной урок рисования для детей младшего возраста. Для урока нам понадобится лист альбомный, кисточки, конечно, большая, маленькая, простой карандаш. Можете рисовать акварельки, гуашь поберегите на другие. Здесь можно рисовать как акварелькой, так и гуашью. Чем вам удобно, пожалуйста. Еще нам понадобится клей ПВА и небольшой кусочек ваты. Наступила зима, выпал снег уже большой, хороший, легкий, пушистый. И поэтому сегодня я вам предлагаю нарисовать простой пейзаж города. Итак, начнем. Значит, вы знаете, детки, что есть передний план, задний. Мы нарисуем домики. Домики, дома. Так, простой карандаш. Один дом большой, он на переднем плане. Другой здесь, раз он вдалеке, он будет у нас небольшой. Вот квадратики такие рисуйте. Так, вы знаете, что простым карандашом сильно не давите, чтобы в случае, если вам надо подправить, вы можете стереть. Так, и еще один здесь нарисуем. Я, может быть, чуть давлю посильнее, просто чтобы вам было видно. Так, здесь вот я немножко. Ну, это краской, потом все можно выровнять. Так, и дома. Раз есть дома, значит, надо улочки какие-то нам нарисовать, дорожки, где мы с вами ходим. Так, мы определим линию горизонта вдалеке здесь, и вот отсюда мы уже пойдем рисовать улочки наши. Так, я вот отсюда пойду, волнистая линия, и здесь пошли дороги, которые тротуары, на линии произвольные, как ваши дорожки идут, как вы в школу по каким дорожкам ходите. Вот сюда я делаем. Вот. Все достаточно. Так, ну раз есть дома, коробки домов, значит, конечно, надо нарисовать окна. Мелкие сильно не рисуйте, потому что вам это все раскрашивать. Вот такие квадратики. Маленький дом, 4 окна достаточно. Вот достаточно. И теперь можно раскрашивать. Начнем небо. Мы нарисуем вечернее время такое, когда все приходят домой. Поэтому чуть цвет выбирайте для неба. Не голубой, как днем у нас свет, а немножко потемнее, синий. Так, мы берем. Давайте акварелькой попробуем. Акварелькой, знаете, капельку воды капнули, и кисточкой хорошо здесь вытащите краску с этого кружочка, потому что все равно она подсыхает. Так, и сильно темно нам не надо. Так, давайте я попробую. Вот таким. В одну сторону, от начала до конца. Сверху потемней, уже пониже можно вот чуть светлого добавить. Если у нас вот эта линия горизонта, здесь тоже у нас снежочек где-то. Чуть светлее делаем. Вместе с синим она перемешается и будет уже цвет. Так, небо закончили. Так, так, и теперь у нас снег лежит. Дорожку пока можете не трогать. Снег. Голубой, белый. Можете на палитре развести. Не бойтесь, если сильно синий получился, вы знаете, водички, белые красочки, и получится голубенький. Обвели по контуру
и уже в середине будет не страшно закрашивать. Если небо темно-синее, уже возле дома снег у нас такой голубовато-белый, чисто белый снег. Не бывает, все равно какие-то оттеночки. Так, и тут у нас, здесь уже у меня подсохло, поэтому вот водичкой и будет все хорошо. Так, теперь и дорожка будет коричневая, такая светлая, вот охра, сильно темно-коричневый не будем делать. Так я проведу, можете коричневый, как вам нравится. Так, и дома. На дома можете кисточку взять потоньше. Окна мы не закрашиваем, а домики рисуем разного цвета. Давайте, чтобы ни одного цвета было, что-то повеселее. Там желтый у нас пусть один дом, ну один такой серенький. Как серенький, вы помните делать? Если у кого-то серой краски нету, мы черный цвет добавляем в белый. Так, я сейчас просто обозначу, и вы спокойно будете рисовать. Так, этот дом пусть у нас будет серый. Вот по прямой провели сюда, обозначили квадрат по контуру. Вот. Вот эти серые, черные с белым, у нас такие серенькие домики. И потом между окон. Следующий домик можно желтенький, давайте какой-нибудь розовый, там, сирень. Это ваши дома. Рисуйте, какими вы хотите их видеть. Вы можете другие цвета выбрать. Вот домики, когда вы закрасите, вот я на одном домике покажу, потом вы следующие будете уже свои, чтобы вы не повторяли уже так за мной, а выбирали сами цвета. Раз у нас вечер, кто-то пришел домой, кто-то не пришел. Поэтому где-то в окнах есть свет, а где-то еще не зажглись. Поэтому мы окна рисуем. Если у нас свет зажегся, значит, нам надо желтый цвет, да? Когда вы будете рисовать, вы один домик нарисовали, окна не закрашивать. Второй домик, третий. И по ходу они все высохнут по очереди. И когда уже высох один домик, вы уже тогда начинаете окна рисовать. Где-то вот аккуратненько квадратик. Свет уже есть. Вот несколько обозначили. Где-то горит свет, я вам покажу просто, как обозначать. А где-то темно. Раз темно, значит, какой будет цвет? Черный, конечно. Вот таким образом все дома мы закрашиваем. Цвет выбираем сами. Так, еще, ребята, когда мы окна также здесь закрасили, здесь дом закрасили, здесь. Непонятно, да, у нас тут, как окна. Нам нужно, ну, если мы посмотрим, у нас почти во всех домах пластиковые окна. Как нам обозначить? Теперь смотрите, в принципе, улицы готовы, но нам надо, что у нас на улицах? Конечно, деревья есть в снегу, поэтому можете также тоненькой кисточкой коричневые стволы деревьев. Опять вытащили коричневый цвет, аккуратно, чтобы не побежало ничего, дайте высохнуть работе прежде. Ну, кое-где поставить деревья, да? Помните, деревья положили, если далеко идет небольшое дерево,
Кисточку положили, идем, идем ровненько, и под конец кисточку приподнимаем, как бы на цыпочки. Вот. Ствол и кое-где веточки волнистые. Ну, раз мы говорим зима, для чего теперь вата? Я теперь расскажу вам. Нам нужна вата и клей ПВА. Вот такой несложный пейзаж у нас с вами получился. Вы тоже фантазируйте, рисуйте.